Эта передача называется «Кто умнее, вы или тот участник, который будет сегодня участником в этой передаче?» А рядом со мной стоит Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Сейчас будешь соревноваться со зрителями. Как только вы услышали первый вопрос, вы открываете комментарий, пишете циферку 1 и пишете ответ на этот вопрос. За каждый правильный ответ я дам тебе 100 рублев. Окей. Давай попробуем. Вы должны уложить все 5 ответов в один комментарий. Вместе с нами синхронно отвечайте, и потом в конце мы узнаем правильный ответ. Я прошу вас, не подглядывайте и не гуглите. Махунга! Первый вопрос. Кто был первым русским царем? Иван Грозный. Дорогие телерадиослушатели, сейчас вы открываете комментарий, пишите циферку 1 и пишите свой вариант ответа. Если вы согласны... Мне кажется, сейчас камера нахрен упадет. Если вы согласны... Бля, какой страшный ветер. Мне страшно, блин. Если вы согласны с нашим участником, то пишите такой же ответ. Пока я не буду говорить ответ. Второй вопрос. Автором поэмы «Илиада» и «Одиссея» был древнегреческий поэт по имени... Гомер. И значит так, дальше. В предложении «Жека очень хороший человек». Какой частью речи является слово «очень»? Блин. Честно, не знаю. Какой-нибудь хотя бы вариант. Причастие. Пусть будет. Это твой окончательный ответ? Да, пусть будет причастие. Так. Вы ставите циферку 3 и пишите свой вариант ответа. Махунга! Четвертый вопрос. Этот иконописец написал знаменитую икону Троица. Не знаю. Может быть, тыкнешь пальцем в небо? Нет, вообще никак. Хочешь, чтобы был пропуск? Да, давай пропуск. Кого-нибудь назови, любого иконописца. Я их вообще не знаю. Даже так. Да? Да, как бы по православию не очень. То есть ничьих фамилий ты называть не будешь? Просто нет. Фамилию любую назови тогда. Свою фамилию. Вдруг у вас одинаковые фамилии. Сомневаюсь, ладно, Петров. Петров? Почему бы нет, кстати. Пятый вопрос. Махунга! Какой император отменил в 1861 году в России крепостное право? Может, Петр Первый, не знаю, какой-нибудь. В каком году был Петр Первый? Я не знаю. Не знаю, да. Историю давно учу. Окей, тогда твой окончательный ответ. Пусть будет Петр Первый. Петр Первый. Итак, давай начинать с самого начала. Первый вопрос был, кто был первым русским царем? Ты почему-то сказал Иван Грозный. Да. А, кстати, вы, дорогие телерадиослушатели, сейчас отправляете сообщение это в комментариях и все, не вздумайте потом его исправлять. Это для вас, чисто чтобы вы сами себя проверили, правильно? Конечно. Не лазите в эти Google и в эти Яндексы, не проверяйте себя. Просто раз вы так часто там выламываетесь, что вы самые умные, а все остальные глупые, давайте проверим, как вы соображаете своими зенками. Все, одним комментарием все отправили. 1, 2, 3, 4, 5. Все, теперь сейчас будут правильные ответы. Ты говоришь, Иван Грозный был первым русским царем. Правильный ответ. А какого хрена ты сказал Иван Грозный? Не знаю. Правильный ответ был Иван IV. Это Иван Грозный. Все правильно. Ты сказал, что автором «Илиады» и «Одиссея» был... Гомер. 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 И это правильный ответ. В предложении «Жека очень хороший человек» ты сказал, что «очень» — это... Причастие сказал, да. А это?
наречие. Иконописец, который написал знаменитую Троицу, фамилия у него... Можно поближе тебя? Себя? Фамилия у него Рублев. Не знал, честно, не знал. Император, который отменил крепостное право, ты сказал. Ну, который первым говорил, да. А это был Александр II. Передаю привет всем, кто нас смотрит. Всем счастья, удачи. Так, ты ответил на два вопроса, правильно? Да. Вот тогда тебе 200 рубасиков. Mm-hmm. Спасибо тебе большое. Тебе это была спасибо. Великолепная передача. До свидания. Взаимно, взаимно. Хороших успехов. Спасибо тебе тоже. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Махунга! Thank you.